Всем привет, друзья, с вами 1-2 и Хаос. Мы вдруг играем в кота мышей. Можно было уже без этого. Мы, короче, пытались сыграть 3 на 6, нас разнесли в щи, мы ромыкашнули, и я надеюсь, что сейчас будет что-то получше, потому что до этого была какая-то жесть. Ну вот уже мышь гоняют, это круто. Но, блин, я опять рядом с задротом построился, мне не нравится эта ситуация. Я думал, сейчас перееду хотя бы, и все будет окей. А переезжают меня каждый раз. Ну, главное не давать вот здесь вот развиваться ребятам. Ну, они, соответственно, будут пытаться не давать развиваться нам. Но мне что непонятно в этой карте, что базовый юнит мышей, которых до чертища, убивает с одного Стоп, удара у рабочего. У них вас же нет в юге. Ну, в смысле, у Сереги нет. У Сереги нет в юге. А уж Китанос. Она на рандоме же выпадает. Волшебник? Спасибо. Я не знаю, какая-то. После этой есть какая-то сильно переделанная версия, но мы пока играем в такую более стабильную, но не менее странную. Писец, а как построиться? Серега, ты учти, тебя могут застроить вообще там чертям. Да? Так что аккуратно. Ну да, смотри, сам там. Окей. Так, сейчас, блин, сейчас вот уйду. О, нормально, нормально, я вовремя зеленого щеманул. Так. Он ты тут пипец-то? На одном руднике, у одной стены, но строит уже башню. И у него база очень маленькая, я боюсь, что я его никак вообще не могу наказать. Так, опытный раб у меня есть. Раб со стажем, получается. Борис, а ты где? Я вон наверху, блин, я пытаюсь тут это пойти где-нибудь построиться, у меня не получается. Гони где-то, я тебя не вижу. Сейчас. Здесь вот. Тут два кота, блин, жмут этот базу. Так, вот тут вот так, не? Я пытаюсь, вот видишь вот этого чувака, нет? Он мешает. Бедный Борис. Спасите. Ну тогда вот так. Вот так. О, синий анемит вообще какой-то мастер. Видишь его? Застроил. Ладно, я, короче, попробую. Иди, мышка. Наш драйвер тут освобождает мышек. Ой, Женя, не повезло тебе. У меня, кажется, есть оруженосец, и ему что-то наваливают. Да блин. Ай-яй-яй, будь проклят. А, увечья есть, оказывается. Да блин, я забыл, что эта фигня стреляет. Ой, Кинариус, приюти. Почему мне не надо забывать? Я не могу. Я так тупанул, ладненько. Офигеть, здесь целая пачка рифлов. Что это? Приютил. Что это вообще? Нет, он не на меня телепортнулся, если чё, но, блин, все равно неприятно. Смотри, сейчас дом стрелять будет. Жесть, у Димасика три стрелка уже. Какого черта? Чёщи, игра называется «Защеми Бориса», да? Я не могу построиться, что за пипец? Я не вижу тебя, но я тебе сочувствую. Или нет? Так, слушайте, а тут этот освободилось как бы. И тут уголочек. Дай молоток в лицо. Это? Кем бы ты ни был. Яндекс проклятый, за что? Борис, дай ему молоток в лицо, пусть делает, что хочет. Так, а смысл, блин? Ну, молоток в лицо, под вышкой и, блин, как... Серега тебя убивает, ну бас, Серега тебя убивает, Серега! Кот. Я в тумане. В тумане, да ну, пить меньше надо, ну, это, к моей базе подойди. Ой, пипец! Да как так-то? Жесть! Я ударил, короче, а он блинкнулся из-под моего удара. Вот это дает он. Ух, сейчас я еще хоткеями научусь пользоваться. Будет вообще классно. Хоткеями, лот какой-то вообще дикий. Так, ну чё? Не, ну мне очень нравится, что здесь вот все хорошо. Так, надо дерево, я так понял, добывать. Это супер важно. Но я пока этим не занимаюсь. Текс. А где вот это, походу, дерево добывать? Ага. Не знаю, можно, конечно, пытаться. Чё, Борис, у тебя до сих пор все плохо, что ли? Я не могу, блин, с базы этого, ну, именно выйти, это просто какой-то удаляй. Слышь, драйвер борзей, давайте его нагнём как-то. Ну а как, я не знаю. Так, ладно, давайте теперь положим, что я самый отчаянный человек в мире. А впрочем, нет. Жесть! Оказывается, рифлы убивает, я думал, ты строишь этого чувака, и он, типа, гасит всех рифлов. Это не так работает. Жесть, а рифлы-то, оказывается, тоже могут. Не, что-то мне... Я привык вот, блин, я олдфак, я привык к вампирам. Ну, то есть к карте, где если ты сильный, то ты сильный. А в каких-то вот всяких новых картах, блин, ну, это хотя, как, она, конечно, новая относительно весьма, но тем не менее,
Так получается, что ты вроде сильный, а вроде как приходит вот герой и тебя убивает всех. Это что-то мне не очень нравится. Борис, ты куда идешь? Да я пытаюсь свалить куда-нибудь. Блин, тут мышей освободили, ёшкин кот. Нет. Да ну ладно. Блин. Хотя бы так закончить свою жизнь. Аккуратно, здесь герой. Сейчас герой здесь все убьет. Ребята, аккуратно. Кто там? Бойтесь. Яндекс.Хейтер. Так, фух. Жизнь какая. Так, родной, давай ты постоишь вот здесь, вот порегенишься. Давайте еще одного такого сделаем. Да ёпрасоте. Женя тут какие-то спылы юзает. Так, перерез. Команда перерез, Серега. А, нет, команда перерез отменяется. Давайте скинемся на молоточек и сломаем кого-нибудь. Давай. Ну, давай, я тебе деньги скидываю. Ну, а я тебе скидываю. На. Ну, я тебе побольше скинул. Ой-ой-ой, напали на нас в центре. Хорошо, я иду. Блин, а где мой? О, мои работяги. Мне освобождать секретарика. Меня освободили, чтобы я страдал опять дальше. По-моему, где только вам? Ради этого. А где башня? Я не могу понять. Ну, я несколько рифлов убил. Не пачку, конечно. Ребята, а этот, как башни построить? Или здесь нет башен? Там закатов есть, нет. Песок построил что-то. Нет? Да. Чем вы меня... Чем? Я не понимаю эту версию. Выбирайте, меня, короче, чем-то, меня чем-то убивают. Там декурат стоит, стреляет. А, это чужой декорат. Вадим, куда идем? Не знаю, да куда хочешь, я за тобой. Давайте сюда. Давай. Ой, подожди, я не купил. Сейчас. Молодец. Ой, Женя, не в того ты вкладываешься. Я флеш-драйвер кинул, тебе кинул. А еще дерево что ли нужно? 501, скиньте одну единицу дерева. Серега, блин. Давай, Вадим. Одну единицу. Все ради партии. Да писец, я пока этот отошел, меня тут покарали чутка. Ну хотя, в принципе. Все, пойдемте. Я новых работяг построю. Так. Сок. Поехали. Ой, будь благословен, Киналиус. А туман наш? Туман союзный? Да. А зиккурат союзный тоже, ёпрсте. Ой, тут мышка была. Куда бежать? Башня или это не башня, президенция как? Президенция резидента. Ну нормально мы тут поубивали. Я кого-то убил? Чего, вы там друг друга уже гасите? Лол, я сбежал с базы и кого-то убил. Видимо, придется возвращаться. Вадим, а что ты делаешь? Давай эти башни добьем. Там барак, давай, который спавнит кого-то. Давай, я башню убиваю. Так, ну окей. Не тут ты башню убиваешь. Тут рифлов дофига. Что-то передумал. Так. Давай барак убьем. Ого, ну мы тут нормальные вещи творим. Блин, сейчас герой правда прибежал вражеский, гадский, ну ничего. Так. Добей этот рудник, не стой рядом. Да блин, хорошо, я просто стараюсь тут быть многозадачным, но что-то... Ну что-то не очень получается. Так, еще вот так вот, пожалуйста. Еще надо сделать так. А, еще же у меня есть этот, типа... Логово големов. Да ёшкин кот. Ладно, здесь еще работяг поставим сюда. Shift H. У меня откатилась кувалда. О, тут что-то пришел работяг какой-то. Можем Икштара убить. А, ничего, не беги, Женя, уходи оттуда. Я вижу. Давай вот в уголочке, который чел. Чеманему. Это я. Слушайте, что-то у меня строится какой-то чел вот здесь. Вот что это такое-то? чуваки, алярм, вот сюда, Серега, срочно. Серега, срочно, тут какой-то чел строится. Шаки, что-то там, я дальше не читал. Давай его щемим, короче. Блин, надо как-то защемить хорошенько. Давай вот здесь пройдем. Блин, ну надо аккуратно как-то. Ну, так и аккуратно. А, блин, так вот он коридор тут отстроил.
А, стой, отойди, отойди, песок. Спаси меня, песок! Давай, давай, давай! Я жив. Как-то неудачно мы зашли. Ну да. Но коридор еще, еще есть, можно пройти. Ну блин. Так он сейчас его застроил. Вот его уже застроили коридор, блин. Да я сейчас, у меня будет логово осадных големов, я буду типа сильным, не знаю. Вечер добрый. Ай, ёшкин кот. Не Дима. Не Дима, да. Ребят, кто не играет, замыть микрофон, будьте любезны. Вадим, возьми кувалду, да сделаем две кувалды, пробьем сейчас. Хорошо, хорошо, хорошо. Да просто это отвлекают эти ребятки, блин. Вот тебе деньжат. Да, у меня денег дофига. Я пока. Давай обратно тогда. Нет. Все уже. Нет, я не нужен. А что-то я не понял. А, блин, у меня до сих пор инвентаря нет. Сейчас у меня этот... А, блин, мне надо сделать грейд на инвентарь. Я просто сделал грейд на башню. Ладно, что-то надо делать. Скинь мне тогда обратно. Деньги просто обратно. Хорошо, а дерево надо? 700 там. Да, дерево тоже скинь. Хорошо, вот, все. Я сейчас накуплю себе всяких штучек клевых. И что это за скайповое насилие было применено? Дима, мы игра... мы записываем. Я понял. Поэтому решил подвинуть. Правильно все делаешь. Так, надо как-то щемануть Женю. Ну вроде, вроде... А, блин, тут щемит, щемит в итоге меня, блин. У меня ничего нет, я при чем? Ну так вот поэтому у тебя ничего и нету. Вы меня вот уже защемили, как могли. Поэтому тебя проще, проще щемить. Да, нужна какая-нибудь... А, блин, что я туплю? У меня же денег до черта, можно стенорезку строить, а я что-то... Фигней страдаю, ну ладно. Так, тут что-то... Что-то кто-то бегает даже. Угу. Надо троллей продолжать строить, наверное. Надо добывать ресов побольше. Димасик, ты не хочешь дерево добывать? А как? Какого дерева? И строишь в бараках чернорабочих? Ну, у меня есть этот чернорабочий, я... Резиденцию построить. Резиденция. Около дерева жевать. О, как сложно. Блин, пипец тут контролить надо. Да куда ты постоянно идешь? Так. Серега, я купил молоток, я готов к экшену. Я сломал кинария сверху. Можно еще дальше проломать? Вот тут вот есть некто Борис. Ага. Давай. Борис, двойную стену поставь, Борис. Так я, блин, не могу, там и дом стреляет, понимаешь, в чем проблема. Да что, ты и так тут все нафигарил? Ну вот, это можно. Ну, блин, вы жестокие люди, проваливайте. Ненавижу! Так, ладно, пора отсюда эвакуироваться. Рад был повидаться. Блин, все, поставлю, один так втиснулся. Блин, 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 тут меня щемят моих троллей. Блин, просто чуть-чуть отвлечешься, и тебя уже карают. Мне это не нравится. Так, а вы что тут? Так. Здесь давайте сюда. Здесь давайте катапульта. Блин, что-то вообще денег как-то мало. Так. А, я, в принципе, же могу вот здесь вот стены по чуть-чуть вот так вот поставить, поставить вот такую штуку. И они будут потихонечку разламывать. О, отлично, кстати, вот у билдера есть возможность потихоньку, полегоньку ломать эти стены. Вот, ну потому что они просто раздражают на самом деле. Ой-ой-ой, тут что-то целое братья бежит. Тимасик, дай денег. Ща. Нет, 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 живи, котик. Блин, взяли, сломали мне логово. Что-то есть у этого, у Димасика и у флешдрайвера есть какой-то прям отряд боевой. Но в принципе я могу их какое-то время сдерживать, вы там сверху щеманите, ребята, а я буду их сдерживать, типа. Сверху уже убили. А, ну тогда занимайте рудники, главное. Занимайте рудники, ну, зарабатывайте огромные деньги. И так далее. Так. Че, Борис, страдаешь? Все как надо? Да. Да блин, тут это... Борис зарабатывает огромные деньги. Да, да, да. Хочешь узнать как? Мешаешь капитанов построить башни. Все, это все, что я могу. Так а я что, я Бориса и не просил зарабатывать огромные деньги? Пусть союзники зарабатывают. Ой-ой, что-то больно. Какие-то... От Сереги какие-то скилловые скиллы.
Ну все, подвинули флешдрайвера. Могу голема кинуть еще. Ай, блин. А, все. Да лол, ну что ж такое? Вадим, Вадим, Блин, пипец, на секунду отвлечешься. И все. Кранты. Блин, меня же Яндекс.Кассы забайтил. А я как нуб повелся. Он, короче, типа поставил на грейд башню, я решил пробежать мимо, он взял ее, отменил. Слышь, драйвер борзеет так вообще. Да. Этот песок катапульта рядом с моей базой, пусть бьет малый алтарь. Так, ой, блин, больно, ой, больно. Так. Кот. Блин, что-то катапульта твоя поехала отдаваться куда-то. Так, башенка. Башенка, кстати, нормально жарит. О, башенка вообще хорошо жарит. И масенька. А башенка мне нравится, как жарит. Ну, смысле, что кого, как, когда герой сдохнуть успел? Ты его просто отправил, он у тебя там на автоатаке слился. Да, но его этот, застанила башня. А. Так, Шакитанас, Яндекс у нас тащит. Я не знаю, я держу осаду, по идее, от самого сильного игрока, это все, что я как бы делаю. Но как держу? Не отдаюсь. Так, тут что-то какое-то шевеление пошло, я вижу. Не шелести особо, дай поясню ситуацию. Драйвер закрепился опять, давайте его сгоним с места. О, отлично, он застрял. Алло, грызи его, он не достает. Бас. Так не стопь меня, Шакитанос. Вот. Катапульта сюда что-то поехала. Не знаю, я чисто строю троллей на отдачу. Я, наверное, что-то неправильно делаю. Блин, а здесь что-то... А где герой? Герой резность? У меня дома нет, меня его снесли. И что тогда делать? Все получается. Себе. О, что ура. Это было? Вроде стены пропали. Песок я тоже не понял. Песок, в смысле, Вадим, песок убил. Вадим, а дай контроль. Стены, а они временно пропали? Стены. Еще себе. За скил песка. Может, я в твоей смогу себя резать? Нет, не могу. Все, я сдох. Отлично. Ну, хоть что-то. Давай, давай, грызи, грызи. Левел. Блин, не успел. А, это что-то больно? Ну, ладно. Ухожу от вас. Так, а чё башня-то нифига... А, можно вот эту штуку поставить рядом. Оп, попёрли пацаны. Ну чё, у нас осталась, в принципе, в осаде одна мега-база, которую каким-то образом надо распилить. Ну, я научился добывать дерево, возможно, я стану полезным. Ну... Не факт. У меня тут горячий вспомнится. Раз уж я своего героя потерял, я буду за твоим оруженосцем. А зачем мне оруженосец? Ну, же. Оруженосец за мной. Ты должен сказать, я готов, сэр. Так точно. О, мышка. Димасик, Димасик, убери мышь. А где тут мышь была, алло? Да там на базе этот песок запрыгнул. Что происходит? Тут моя стена резко что-то стена режет вовсю. Чё, я так понял, надо Шакитана освободить. А, он и не заперт. Так. Не, ну в принципе что, мы вот с сильным Шакитаносом мы тащим. Вроде как. Хотя я троллей отдал за игру, конечно, миллион. Так, я тут двойной проход пробил, если кому интересно. Что-то не очень интересно. Убери. Пипец, что-то я как-то забайтил только на смерть союзника. Давай, добей тут уже стену. Так, интересно, а катапульта регенится у базы? А, кот! Родной! Нет. Нет, я хочу жить, я хочу... Это последний кот. Храни его как... Как все, уже не последний. В смысле, почему бы... А, вы все отдались, что ли, ё-моё? Да. Пашки... Все, я резнулся.
Офигеть, то есть я мог сейчас отдать кота, и мы проиграли, жесть. Блин, мне казалось, что мы типа... Да по-любому сейчас кто-то уже этот... Барак призыва? Защиты башен? Я по-любому кто-то уже типа перестал смотреть видос, типа слишком изи, а мы тут почти отдались. Думали, мы не сможем зафейлить. Зря, плохо о нас думаете. Так, сейчас я жахну тут. Неплохо, а слишком хорошо. А как убивать войска? Я вот не понимаю, что у меня вот есть сильное убивательно-войсковое. Я до сих пор... Тролли, как минимум. Ну, тролли, блин, они же не очень сильные. У меня грей... с грейдами 2-2, по идее. Я вот тут стены чищу. Я перфекционист, не люблю тут. Нагадили мыши. Я за вами убираюсь. Финалиус камеру повредил. Я не знаю, как он это сделал. Ну, по идее, он полубог, это не должно быть для него проблемой. Полуболь. Так, могу дать золото кому-то. Золото надо кому-то? Мне. А кому-то, кроме врагов? А может вы с двух фронтов нападете? Слева, сверху? Знаю, я стены режу, у меня этот... Отдельное задание. А может есть какой-то айтем, который типа сделает меня прям сильным? Реликвия орчих шаманов, очищение, фигня какая-то. Так. Что еще есть такое прям мощное? Книжка опыта. Так. Книга забвения. Ну, у меня спылов нету, поэтому мне забывать нечего. Так, да что тут айтемов особо нет? Мне снесли домик, в который дерево носят. А-а-а. Я думаю, в чем проблема? Увеличение атаки на 3, ё-моё. Что-то слишком жестко. Эй, оруженосец, чё у меня айтем отжал, слышь? А ну верни. Мастик, ты не хочешь закрыть это? Вам просто. Ты же понимаешь, что я твой оруженосец, я ношу твое оружие. Не, ну логично, но в бою ты должен его подавать. А! Закрыть, я вообще не знаю, чё, где. Ой, моя башня тут жарит, моя башня вообще наваливает. Героя минуснули, найс. Башня давай! Чёрт, башня что-то не наваливает. А как их убивать, я не понимаю. Дим, дай контроль. Так вот их почти убили, блин, половину считаешь, что. А, ща. Песок. Что-то вы там постоянно убегаете на 70 хп. Жесть какая-то. Так это скилл называется, надо знать. Флэш-драйвер уже, наверное, бомбанул раз 10. Ну да, особенно когда я убежал на 70 хп и был единственным оставшимся этим котом. Что-то да, на грани подкрутки. Ай, я куда ты идешь? Жень, что ты, я же сам контролю сейчас. Вы меня стенарезку убили. Занимайся. Мне базу убивают, алло, друзья, тут вообще какая-то жесть происходит. Ребят. Мне проще сейчас с флейдж-драйвером все-таки снести базу, может. Так атакуйте. Или кота убить. А ты, Дима, против нас? Дима, нет, да убей флэш-драйвера. Ай. Нож в спину ему воткни. Не обижайте бродягу. Я симпатяга. Я не только бродяга, я еще и симпатяга. Не гасите меня. Так. Сок, ты нападай с севера, а Вадим нападет с запада. И мы его в тиски зажим. Подожди, меня тут чуть не убили. А вот грейды на защиту, на атаку, они действуют на всех, да? Ну, то есть на кота тоже действуют. Или чё? Как вообще себя сделать посильнее? Вообще какое-то здание не построил? Реаниматор. А, о, есть союзный герой погиб. Серега, я нашел здание, которое, возможно, тебя заинтересует. Да, да, ну-ка, давай. Если союзный герой погиб, а дальше я не стал читать, просто начал строить. Мне кажется, стоит прочитать. Ну я строю, пока. Если союзный герой погиб, то он лох. Масик, стену закрой. Так я в процессе. Все. А, западная. Я тебе там дал здание, реаниматор, слышишь? Вон там. Да, вот. Сейчас. Нет, не вижу. А, вижу. А нужно золото. Сколько? 50. 2050. Мне нравится, как Серега. Запросы-то растут. Я 2500 дал. Я показался магнатом. А у вас сейчас там в западной стене дыры нету? Что это такое? Нету, там нормально все.
Да, нормально. Ты же понимаешь, Вадим, что я больше не дворю уже носит? У вас случайно в западной стене нету дыры? Ой, произошел смысл. Ты крепость почини, Вадим. Ну так почини, у тебя есть контроль, ты можешь... Как его починить? Я тебе реаниматор построю. Так что... А я за свои деньги или за твои деньги починю? Ну, в смысле, ты прям еще этот... 50 монет самые ценные в твоей жизни. Как они держатся? Ну, но хотя понятно, как они держатся. У них войска сильнее котов. То есть, как бы они в поле даже нас могут победить. В теории. ХП не апаются что-то у войск. Я не знаю. Так, что еще можно сделать? Бараки призыва. Но это быстро наклепать войск каких-то. Сторожевая башня. Еще надо было давно таверну бить. Но я почему-то башни не видел. То ли она только сейчас открылась, то ли что. И у меня же еще грейды на башне к тому же есть. Не, была башня. Вадим, нужно еще 50 дерева. 51 дерево. Серега, на 900. Спасибо. Я что-то перестали дерево рубить, работяги. Что за бунт? Шахиды идут. Мочи, шахида, Леха. О, нормально, я героя завалил. Отлично. Пипец! Давай. Идем. Мне не нравится эта тема. Я пойду куплю себе перчатку силы с горя. Жесть какая-то вообще. Я что-то всех взорвало. Лен. Пойду куплю себе перчаток, короче. То лапки мерзнут у кошечки. Кольцо защиты плюс 4. Вообще, мне кажется, артефакт со смыслом. Ух. А, еще и двое рукавиц нельзя таскать. Ребят, возьмите кто-нибудь тут рукавицы. Офигеть, вдруг? Ну это имба, конечно, две рукавицы плюс 3. Так, я Дим, боюсь... ломайте. Так, Дим, контроль сам. Троллей там всех. Все, слил мне базу, да, эти контроль сам, да. Так, это чьи эти ящерки? Песочные ящерки? Песочные, наверное, шакитанусы. Да, песочные. Мои. Только воскрес герой сразу, подметяки. Все, походу мы прорвали их. Мышка бедная Димасиковская пытается слиться с ландшафтом, но это ее не спасет. Удар лапы! Офигеть, песок стильнул. Репорт. Остался еще водитель, до сих пор еще водитель живет. Он еще кого-то возит по необъятным просторам нашей родины. Шакитанос. Непонятно, где он живет. Ща, уже прятки. Пошла. Что такое? Это песок его спрятал, лол. А, нет убежища. Он даже от нас спрятался. То есть мы не видим, где он. Да, это неплохо. Может, чернорабочего считаю где? А где он прячется? Что происходит вообще? У нас все карты открыты. Шакитанос убил флешдрайвера. Но это успех, друзья. Что я могу сказать? 29 минут мы сражались с ними. Но на самом деле получается, что? По сути, реально... Флешдрайвер отвлекался на меня, я был реально пушечным мясом в этой игре, то есть просто я сильного игрока держал на себе, он убивал мне рабочих, там что-то делал, но пока в этот момент три остальных кота расковыривали остальную карту. И ну, реально... я бы сказал два. Два? А, ну Серега мурчал. Ну что еще должен делать настоящий кот? Должен лежать, ничего не делать, мурчать. А, ну войск убитое, кстати, я на каким-то образом топ-2 среди котов по войск убито. Не знаю, каким образом. Мне кажется, по войск умерло, я топ-1. По-любому, потому что рабочих мне захарасили. У флешдрайвера 88 киллов. Это очень серьезно. Ну, на самом деле, жесть, что самый базовый... Вот, честно говоря, в мою голову не укладывается механика, что самый базовый рифл убивает рабочего с удара. Ну, это пока мне не понять. Героев убито. Ну, понятное дело, впереди, кстати, флешдрайвер, заваливший 4 кота, и песок, у которого... Офигеть, так получается, из топ-3 2 человека... А, ну, правда, героев почти никто не строил почему-то. Ну, и понятное дело, если открыть страничку инкома, понятное дело, кто... Я 10 тысяч, между прочим, своей бесполезной команде скидывал. 10 тысяч. Сереге все.
мне нравится. Двое всех гасили, а Серега принимал инвестиции. Это тоже не так-то просто. Слушай, ну если ты заметишь, мы выиграли только после того, как я воскресился. Так что это меня огромная польза. Знаешь, это вот тот самый маленький вклад, который меняет весь баланс карты. Я бы сказал, несмотря на то. Ладно, друзья, всем пока. Друзья, на канале еще сотни интересных видео по Варкрафту, регулярно выходят новые, так что подписывайтесь, чтобы их не пропустить. И кроме того, рекомендую посмотреть вам другой интересный ролик, ссылка на него в описании.